В среду вечером в Красноярске вдруг настал дорожно-ремонтный сезон. Подрядчик «Красноярск-Дорремстрой» без предупреждения начал латать проспект Мира в час пик и при минусовой температуре. Рвение строителей мэрия не оценила и вообще отстранила компанию от ремонта дорог. Очевидно, что прошлым летом асфальт на главной улице города уложили с нарушениями. Кроме того, ямы образовались и на коммунальном мосту, и еще десятках улиц.